Всем привет, друзья! С вами снова Асагейминг, и сегодня я вам расскажу о том, как настроить технику в Battlefield 1. На самом деле, проиграв около 100 часов в эту замечательную игрушку, бесспорно, одно из самых лучших достижений 2016 года, я так и не смог понять, как же все-таки настраивать свою технику. Я лазил в меню в игре в самой, естественно. Я перепробовал разные плюшки. Я думал, у меня может быть клиент, какие-то проблемы. Переустанавливал клиент. Ничего не помогало. Пока я не открыл для себя замечательный сайт. Battlefield.com. Значит, первое, что нам нужно сделать, это войти на сайт под своим логином. Нажимаем «Войти». У нас прогружается наш замечательный сайтик. Далее, вот мы видим battlefield.com, все прозрачно, все отлично. Далее, заходим во вкладку «Карьера». Принимаем пользовательское соглашение, у меня оно уже принято, а вы его примете обязательно. Далее, заходим в «Экипировка» и выбираем нужную нам технику. Ну, пускай это будет боевой аэроплан. Окей. Здесь что мы имеем? Здесь мы имеем менюшку с нашим текущим вооружением и с двумя неисследованными. Но у меня они уже исследованы, поэтому здесь замочек не висит. В оригинале здесь будет висеть замочек, который запрещает вам покупать данное вооружение. Вот, точнее, использовать данное вооружение, пока вы его не активируете. Чтобы его активировать, вы выбираете его левой кнопкой мыши. Нажимаете «Исследовать». Ну, мне уже написано «Использовать», так как я его уже исследовал. И, собственно, все. Оно добавилось к вашему оружию, к вашей технике. Единственный вариант, единственное условие, которое вам нужно соблюсти, это наличие кредитов на вашем аккаунте. Их должно быть достаточное количество, чтобы открыть нужное исследование. Собственно, все. Вот весь секрет. Оказалось, ларчик легко открывался-то. Далее, что мы еще умеем здесь в меню? Какие-то награды непонятные. Какие-то медальки здесь, всякая фигня, шлак, экипировка. Ну, можно настроить экипировку, в принципе. Жетончики какие-то непонятные, вообще нахрен они нужны. Здесь кодексы, шмодексы, статистики. Статистика, соответственно, по убийствам, оружию, так далее. Ну и самое главное, наверное... Статофаперская вещь — это страница обзора. Здесь мы видим все наши характеристики, точнее, все наши данные обзора. Здесь мы видим все наши характеристики, количество побед в процентах, время, проведенное в игре, кстати говоря, уже 107 часов, количество убийств, смертей и так далее, и тому подобное, награды, кодексы, жетоны. Ну, в общем, я думаю, вы суть поняли, суть уловили. Дальше вы просто заходите в игру и настраиваете уже... технику дополнительно, то есть каким оружием в данной игре вы хотите полетать. На этом, думаю, все. Всем спасибо за просмотр, ставьте жирнючие лайки, подписывайтесь обязательно и приходите на мои стримы. Спасибо за просмотр, пока-пока.